Сейчас снять сторис про то, как мы сейчас едем в машине, нас преследуют, если готовимся. Давай еще? Да, давай. Не знаю, сколько... Свет нужен только. Света нет, могу быть фонарик. Олег, можешь посветить нас фонариком? Фонарик, я сама включу. Или можно твой свет? У тебя есть свет? Да, но он нет. А нам нужно на нас подсветку сделать. А. Олег, нам нужно это снять, короче, по-любому. Сейчас мы свет достаем. Адвокат сказал, что можем снимать все, что угодно, нам ничего за это не будет. Ой. Да. Смотрите как. Сидишь, в общем-то, в своей квартире, в которой ты остановился, отодвигаешь занавесочку, видишь, что машина, которая за тобой следовала всю ночь, все еще там стоит и следит за тобой. Это такое ощущение. Да, это круто с художественной точки зрения, но для нас, как для людей, как для живых существ, это все очень странно, неприятно. Просто дико, на самом деле. Это просто дико. Смешно и дико.